Всем привет! Мы с Лизкой идем сегодня на тестинг по саксофону. У Лизы ежегодный. Называется Нью-Йорк. S это что? Musical A. Ассоциация. Короче. Соло. Соло, да. В общем, она будет играть на саксофоне. Там будет оценивать 28 баллов максимально. В прошлом году на 27 баллов взяла. Это хорошее. Это вообще outstanding считается. А позапрошлым то ли 24, то ли 22. Mm-hmm. Это как бы считается хорошее, но не супер-пупер. Ну, в общем, это в Лискиной школе происходит. И мы идем. Лиска сначала волновала, не волновалась, потом волновалась, сейчас не знаю. Скоро начнется. Ее будут слушать индивидуально. Как играть или медленнее? Ну, кажется, что ты не знаешь, если так или не так. Ты должна знать. Да, ну так может все звуки глубокие были, у тебя иногда слетает звук. Ну ладно, ну чё. Нормально? Лизка немножко порепетировала. Ну они по нотам будут играть. По нотам, выучить это не нужно наизусть. Потом гаммы они будут играть, 7 штук. И потом читать с листа, да, надо? Или угадывать по звуку, да? С листа читать? Ну, ты не знаешь, как оно это. Как оно звучит, да? Ну, в общем, с Богом. Я хочу играть один раз, потом другой раз. Но нам не спросила только один раз играть. И это тоже, я всегда два раза играла. Но нам не спросила. Ну, а ты два раза сыграла? Нет, я один раз. Ну, я чуть-чуть тут как ушиблась чуть-чуть. Угу. Вот так. Ошиблась? Ну, чуть-чуть. Ага. Я просто как не эту ноту поиграла. И потом, ну, по-моему, нормально все было. Потом тут я играла. И потом опять это. Угу. Третий раз играть. И я чуть-чуть ушиблась. Ну, как это, как я тут чуть ушиблась, это тут нормально. Ушиблась, ошиблась. Ошиблась. Ушиблась. Это ты саксофоном себе по голове немножко так дала. Чуть-чуть. Я это делаю sometimes. Это. Гаммы все. А читать с листа? Было лучше, чем я думала. Я насела, потому что я могу как видеть, я насела так. Нормально. Да. Ну все, складывай, пошли. Как outstanding, самая хорошая. Она мне сказала, когда играла excellent. На мне excellent, я думаю. Это значит, что не outstanding. Ну, обычно на словах не говорят outstanding. Ну, посмотрим в понедельник. Ну вот, мы сейчас в Корнеле. Это все тот же день. Мы вернулись домой, быстренько захватили Денису и Жорика. И приехали в Корнел. Пока ехали, распогодилось. В Вытоке здесь вообще намного теплее. Может, из-за того, что в Вытоке. Ну, в общем, здесь тепло у нас. Сегодня в Корнеле день открытых дверей в ветеринарной школе. На ветеринарном факультете, они называют это все школами. Вот. Ну и мы, конечно, решили детей привезти на open house, хотя у нас времени немного, он с 10 был открыт, сейчас уже 1:30, но он до 4 работает, поэтому у нас есть пару часов. Я не ожидала, что здесь будет так много людей, просто не ожидала.
парковки, тут автобусами, видно, детей завозят. Ну, в общем, что-то такое творится, я этого не ожидала. Вот, ну, Лиза у нас мечтает ветеринарный здесь, в Корнелеве School учиться. Вот, ну, по крайней мере, здесь сегодня будет что-то интересное для детей, для любых возрастов причем. Поэтому покажем, что-то будет интересно. Смотрите, сколько людей, это вообще ужас. Open House, Veterinary Medical School. Who is in this plant garden? Сейчас Лизка карту возьмет. Лиза, подойди и возьми. Демо. Мы можем сюда пойти? Ultrasound, live ultrasound демо. Собаку режет. Да, какие-то клещи. Белинский Learning Laboratory. Ой, там собачки. А тут радиации нет в этой лаборатории. Смотри, там всякие X-ray. X-ray эти фотографии. Собачки делают УЗИ. И как всегда в Корнеле здесь интересные очень здания у них. Смотрите, это столовая, внутри такой отдых, зал отдыха. И такие большие у них здесь эти помещения, залы, все остекленено. Да, и выход в сад. Выход на улицу. А тут есть маршрут? Лиза, у тебя же есть этот. Смотри, у Лизы Деня. Ну там внизу какая-то. Вот там что-то есть, Деня. А вот тут, а что вы тут? Тут ничего. Это просто на улице отдыхать. Ну прикольно, да, так сделано здесь? Пахнет здесь, конечно, коровками. Что тут, что скажешь? Вот можно ленточки какие-то. Mental health first aid suicide. We guide managing distress. Нет. Где? Ну, на парке, еще напротив. Проходила, если у меня запах, это застояло. А. Мы зашли в этот, в павильон со змеями. Смотрите, какая змея. Смотри, как она. Она какая-то нестандартная, белая. Ты не хочешь их трогать? Да, ее язык. Смотри, маленькая девочка трогает. Ой, кошмар. Смотри, смотри, хвостик белый какой. Ты можешь трогать? Ну, подожди. Ну, будете трогать? When they're hibernating, they'll get together in these giant dens, and there can be sometimes hundreds of unrelated species all hibernating together. Normally, they just they ignore each other. Yeah. The only ones that eat them each other are generally king snakes. King snakes will eat other snakes.
Подними ее чуть-чуть. I've had a few escapes, but I've always collected them again. Можно потрогаем. Yeah, это тоже жесткое. Since then, I've improved their cage. Фрики. Ну, в общем, все, всех змей перетрогали. Потратили здесь 40 минут. Thank you. Это кошмар какой-то. Есть такие люди ужасные. Стоят по полчаса. Тут такая очередь огромная. Они стоят, рассказывают. Они будут есть чикен наггетс или картошку фри. Какой-то бред спрашивают. Ладно, идем дальше. К9 здесь. Большие animal exhibits. О, лошадки. А что они разукрашены? А, органы их, что ли? Лошадей разукрасили. Painted horse. Вот эта корова с дыркой. Мы уже такую видели. Лиска в ней ковырялась. Легкие? Лангс, ага. Да. Ужас. Идем туда, день. Идем туда, там кто-то есть. Да, в зоопарке зачуханы. Что? Жесткие волосы вот такие. Жесткие, из них одеяло делают. Жесткие, да? Сейчас. Жор, давай в очередь встанем, иди сюда. Люди на них катаются. Высоко катаются. Смотрите, это маленькие хирурги ходят. Идем, что там? Маленькие хирурги, там можно медвежат резать, ну, игрушечных. Это цыплята или уточки. Типа ближе сесть вот там, где дети сидят. А это она, собачка, в воде ходит по дорожке, по беговой дороге. И какую-то вкусняшку на стекло дают, и она идет. Теперь ждет. Дайте еще. У него какой-то монитор там, что-то они там проверяют. Идем дальше. Сучка вышла. Это она обнюхивает, что ты выше пилотаж, типа это полицейская собака. Девятилетие, да? На том она будет бегать. Так и наш будет ходить за колбасой. Ради колбасы все что угодно сделаем. Thank you.
зайду внутрь. Это, видишь, постарше, наверное, она уже более опытная. Ага. Дети дикие бьют щепки. Это то, что хаски делают. Фиг еще, потом их еще и словишь, по крайней мере, нашего. Упрется и не дается. Кто там плачет? О, вот это наш Алтай. Нужно настаивать, нужно до конца доводить. И колбаса уже не помогает. Уперся. Да девочка. Нет, не пойду. А, дала? Ну ладно. Пока не съел, не пошел. Вот это высший разум. Нифига я не буду делать, пока не накормишь. Вот это да, вот это ничего уже. Раздают, то мы вас знаем. Только приманите, а потом не дадите ничего. Да нет, это такая, это девочка. Не, видишь, это нужно материальное доказательство на каждом. Тут одними обещаниями. Хотя, если наш ему выдать, он тем более скажет, ну все, я уже наелся. Что еще тут жить? Ну что, Лиза, рассказывай. Там ничего нет. Ничего интересного? Ну, оно как-то сподвигло тебя на получение будущей профессии. Что Лиза хочет стать ветеринаром. Нет, там было классно для детей маленьких. Там и змеи были, верблюд. Если они бы там резали как собаку сидели, они... Они игрушечных медвежат резали. Но там зато Лиза УЗИ делали на настоящей собаке. Было, правда, скучно, когда хаски, ну, когда мы решили посмотреть на собак, типа гениальные тренировки. Такие-то гениальные тренировки. С хаски у них все равно ничего не вышло. Я думал, там полицейские собаки. Ну, унюхали они там какую-то коробочку, что-то в коробочке. Но откуда мы знаем, что там в той коробочке была не колбаса? Вот. Когда хасок вывели, все стало на свои места. Хаски — это такая порода, которая ничего не будет делать бесплатно. Они могут делать абсолютно все, но только если им самим этого захочется. Вот мы это сейчас увидели, стопроцентное доказательство. Собаки, с которых тренируют К9, хаски, все равно упертые, все равно делают только, когда ему лакомство не просто в нос суют, а дают регулярно во время вот этого вот пробега вот этого. И, а им на каждом тренажере давали вот это лакомство, потому что оно отказывалось идти на ни в какую. Вторая вот особенно. Так что еще раз увидели, что наш Алтай не исключение. Ладненько, мы едем домой. Открываем сезон летнего мороженого. Мы сегодня открываем сезон летнего мороженого. Вот. Сейчас стоим в очереди, заказываем. Открылись у нас уже эти киоски с мороженым. Жду одну свою хорошую знакомую на вино сегодня. Приготовила закусочки, она тоже что-нибудь принесет. И хочу ее угостить с русского магазина рыбкой и икрой красной. Это, конечно, не винные продукты, но у нас еще так будут закусочек немного. Вот, сейчас вот она вот-вот должна прийти.